Привет, друзья! Сегодня 22 марта, около 8 часов 20 минут на 149 километре дороги, А-114 Вологда, Новая Ладога в Череповецком районе, лоб в лоб столкнулись Рено Логан и Газель. По предварительным данным МВД по Вологодской области 52-летний водитель Рено Логан выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с пассажирским автомобилем Газель. В результате ДТП погибли водители два пассажира Рено, 64-летняя женщина и 5-летний мальчик. В этом же авто находились 4-летний брат и 34-летний папа погибшего малыша. Их доставили в больницу с различными травмами. Младший сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Известно, что дети с папой приехали на поезде из Москвы в Вологду. Там пересели на легковушку и направлялись в Каду и в гости к родственникам. 57-летний водитель и 6 пассажиров «Газели», мужчины 30, 29, 31, 39 и 34 лет, с различными травмами доставлены в больницу. «Газель» перевозила осужденных на принудительные работы. Берегите себя и своих родных. Не забудь подписаться, чтобы быть в курсе новостей.